Пропускаете спортивные тренировки? Я вот почти час на беговой дорожке уже бегал, сейчас иду медленно. А потом у меня хореография. Вот тут вот в зале. Сейчас девчонки занимаются, сам приватно заниматься. Вот. Хореография, потом уроки вокала, а потом, возможно, заеду к своему продюсеру Наталье Вуглицкой в гости. Да, у нас новая группа, мы с Наташей вместе ее родили, скажем так. Это у нас... Привет от нас продюсерам. Привет. Тогда релиз. Ну, в принципе, минимальный релиз уже есть в Facebook. Сергей Пастух украинскую. Там написано, кто в группу входит. Уважаемые, если вы задаете вопрос про Золтана, я просто на YouTube будет данный вопрос про Золтана, задавайте Золтану, он есть в Instagram. Тем более везде его есть телефон. Меня, пожалуйста, с этим вопросом не беспокоить, потому что я просто буду и игнорировать ответ. На YouTube есть кусочек маленький. Вот завтра, послезавтра талантливый композитор Гена Пугачев доделает эту песню. Мы тебя любим, I love you, персона VIP. Гена Пугачев доделает песню. И мы загрузим ее на iTunes, и вы сможете все слушать. Она очень крутая, она прям музыкальная. Надо покрасить волосы, кстати. Сколько мне лет, насколько выгляжу вот без мейка? На улице солнышко, и на 35. Нужно быстро бежать к пластическому хирургу. Значит, мне на самом-то деле меньше. Почему? Я ж молоденький. Я понимаю, что это Степ, 32, да, мне так и есть 32, а летом будет 33. Ну, вообще возраст не играет никакой роли. Блонд, если не хочешь. Нет, мне нравится мой натуральный цвет волос, комфортно себя чувствую. Блонд возвращаться пока не хочу. Может, на пенсии, когда буду уже совсем взрослый. Какая дочка? А что ты теперь на фото группы, что? Винста. Винста была, скажи, Золотина, что завел перископ. Я попросил про Золтана в моем перископе, Инстаграм, Фейсбуке и ВКонтакте не писать. Если вам нравится общаться с Золотаном, найдите его в соцсетях и общайтесь с ним. А я не передаст, чтобы вы знали. Я ничего никому не буду передавать и тем более рассказывать про кого-то, где кто живет и чем занимается. Я вообще не люблю плетки. Если вы зашли ко мне в перископ, то вам, наверное, интересна моя жизнь, а не жизнь каких-то других людей. Ну, это секрет. У меня личная жизнь великолепна, чего и вам желаю. Также у меня настроение великолепно, чего и вам желаю. И также у меня дела великолепно, чего и вам желаю. У меня все великолепно, чего и вам желаю. Пластику, ну, может быть, и буду. Пока сейчас не хочу. Может, какие-то легкие уколы красоты или витамины. Вот сюда надо. Еще приведу губы в порядок, потому что еще чуть-чуть остался этот гребаный силикон, который я вырезаю из этих губ. Ну, врач сказал, что еще третья процедура, и все. Я уже буду с красивыми натуральными губами.
Ну да, мне предлагал там сделать контур какой-то, гиалурон, но я не хочу, мне нравятся мои губы. Хоть гиалурон не рассасывается там через некоторое время. А что-то мой продюсер не занимается важными делами, а сидит, татуировки еще хочешь? Ну не знаю, наверное, если буду делать татуировки, то какие-то татуировки, ну какие-то, что будут иметь какое-то значение. Там может быть надпись или какие-то символы. Ну пока нет, у меня много висит. Руки, ноги. Еще есть такое место, где никто не видел, почти никто не видел. Продюсер соскучился. Продюсер в Кривом Роге был. Да, был неоднократно. У меня там живет моя подруга, подбуртная Таня. Это же мама этого же Золтана. Я к ней ездил в гости много раз. И раз выступал, не помню, в ночном клубе или в ресторане каком-то. А, хозяйка клуба Эмма Николаевна. Там, где была Оля Фреймунд, делала ревизию, она ее выгнала оттуда. Вот там я выступал, на, кажется, на свадьбе, в день рождения, приезжая в Кривой Рог. Ну, приглашайте, мой продюсер Наталья Вуглыцка, с ней обговаривайте все моменты. И обязательно, ну, сам как бы я не приеду, потому что я сольно сейчас сам не работаю. Я работаю с группой Ukrainian People, поэтому вам надо пригласить весь состав группы Ukrainian People. А продюсер Наталья Вуглыцка сидит в Перископе, вместо того, чтобы встречаться с теми каналами, которые пишут. Супер, у тебя много здесь поклонников. I love you, Кривой Рог. Ну, правда, очень приятно. И всем говорите, чтобы голосовали на Евровидении за Ukrainian People. Потому что это самый достойный участник в отборочном туре Евровидения. Ждем песни. Ну да, вот мне нужно сейчас как-то чем-то, я не знаю, словить какой. А то давно не выходил. Перископ. Хочешь? Возьми меня своим менеджером. Это кто? Персона VIP написала? Выглядка советует. Ну, такие решения, как брать своим менеджером, может принимать продюсер Наталья Вуглыцких. Поэтому поговори с ним. Клип будет, да, клип мы будем снимать. Ну, ладно, пока не расскажу. Привет в Амуту. Кто он в Турции? Клип будем снимать, у нас очень крутая идея, которую еще никто не видел, не делал, и не могу вам рассказать, бо наши звезды, они такие, как это сказать, чтобы не сказать слово, любят пиздить, любят, воруют идеи, и поэтому пока секрет. Да, на Бали будет зависеть от того, как меня отпустит СТБ. Может быть такое, что пока не смогу ехать, будут упорные тренировки, вокал, хореография и т.д. и т.п. И буду сидеть на студии, в принципе, чем я сейчас занимаюсь. Персона VIP. Стамбул, очень нравится Турция, очень люблю турецкие сладости и очень там позитивные люди. У меня тоже есть там много друзей. Вау, что вау, персона VIP. Есть много друзей. Который час, чтобы я не опоздал на тренировку, у меня на два песни. Что вау? А ты первый раз услышала? Подождите, Уту. Муту, привет. Муту. Это что такое Муту? Да, спасибо, мне тоже очень нравится. Умучу. Просто бегу. Умучу.
Умуту. А, имя, ой, боже, такое эксклюзивное, красивое имя. Привет. Уту. Это девочка или мальчик? Видите, сколько я уже... Ой, где мое сердце? Пульс. Мальчик. А, мальчик. О, еще прикольно. Сейчас я вам покажу. Скажи привет, Лиз. Привет, мальчик. Из Турции. Приглашай нас на концерт. Меня и великолепных трех красавиц. Ukrainian people. Все, пока я пошел тренироваться на хореографию. Что, может, еще включусь. Все. Наташа Турбина. Ой. Наташа Турбина написала мне вайбер, что это мой учитель с вокала.